территории Московской области на сегодняшний день наших проектов реализовано более 30 штук. Некоторые проекты включены в реестр лучших практик. Нам важно создавать среду для счастья и развития, а не сухой функционал. Архитекторы и строители изучили историю и нынешнее состояние парка, а также провели социальный опрос среди жителей, результаты которого также представили на встрече. Парк природный, парк прогулочный и интересный все сезоны, то есть запрос на активную зиму, проведение мероприятий, каких-то мест, возможно, где можно согреться. По словам директора дирекции парков городского округа Щелково, все работы в парке будут завершены в 2025 году. На данный момент у нас заключен контракт с компанией ООО «Рейка», которая занимается подготовкой концепции благоустройства парка, проекта и подготовки сметы с сопровождением Мособлгосэкспертизы, что даст нам понять конечную стоимость. Принять участие в обсуждении и высказать свои предложения сможете и вы. Информация о новых встречах по вопросу благоустройства парка будет опубликована в социальных сетях. Евгения Корыцкая, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.